Блондиночная, брюнеточная, шатенка. Что? У меня вообще русые волосы. Спасибо. Спасибо большое. О, 20 тысяч лайков. Да, я с Украины. Мне много лет. Реально. Спасибо. У меня, кстати, раньше корги был песик. Лёва звали. Опа, Нефер, да, Нефер, это я. Героям слава. Корги был прикольный такой. What is your name, Влада? Я не с Одесской области. Почему? Не против. Я потом сделаю, если что, туториал на макияж. Но я его сделала, потом выложу. Эфир, думаю, закончу и выложу. С какого года? Привет. Кстати, я совсем не совсем разбиралась в гостевой, это типа куда? Доброго ранку. У меня настроение хорошо. Слава Украине. Героям слава. Привет всем. В доту. О, не, Стасик, привет! Я твой фанат. Ты мне дашь потом автограф, пожалуйста? В доту пойдем. Where from? I from Ukraine. Нет, мне больше. Много-много лет. Спасибо. Героям слава. Ого. Спасибо. How old are you? It's a secret. Много, очень много цветочков. Розочек. Я тебя знаю, мы гуляли. Прикольно. I don't understand question. Я с Украины. Я тебе угрожала? Кому я угрожала? Спасибо. Я не помню, что я кому-то угрожала. Ну чё? Ладно. Почему жалко? Почему мне должно быть жалко? Спасибо. Когда? Кому? Я никому, по-моему, не угрожала. Город не скажу. Я ушки заказывала, по-моему, на Розетке еще давно. Меня зовут Влада.
Привет. Спасибо. Мне много. Спасибо. Реально какие-то арабы прям. Тут, кстати, можно... Реально, почему ты сидишь на каком-то эфире? С парнями, ну, я в принципе особо не знакомлюсь. Я с Украины. Да, еще не сплю. 7 утра. Смысл спать. Ну, можно, конечно, попробовать познакомиться, но я не уверена, что как-то диалог пойдет и так далее. Да, я с Украины. Спасибо. Есть исключения, не знаю. Может быть. Область, секрет. Спасибо. Вот, ну, попробовать, конечно, можно, но, типа, я не уверена, что знакомство как-то пойдет, потому что я не особо общительная сама по себе. Поэтому я с людьми особо как-то в интернете не знакомлюсь. Привет. Спасибо. Подписывайтесь на мой телеграм. Там ссылка в описании. Спасибо.